В киевском кафе экс-нардеп от «Свободы» устроил поножовщину из-за русского языка «Акраниус». В воскресенье, 14 февраля, в киевском кафе «Альфреда» на бульваре «Дружба народов» бывший народный депутат Украины от политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода», председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевского городского совета Олег Гелевий совершил нападение на посетителя из-за русского языка. Об этом сообщило интернет-издание «Страна.ua». Полиция завела уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений». Предварительно известно, что на месте задержали товарища Гелевея. Экс-нардепа допросили и пока отпустили. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. Сейчас следствие пытается установить, кто именно пронес в заведение нож и стал инициатором конфликта.